Благодаря усилиям правоохранительных органов, администрации, прокуратуры и ФСБ, Анапа в числе территорий на Кубани, где эффективно противодействуют всем проявлениям незаконной миграции. Ситуация на территории муниципального образования город Курорт-Анапа на сегодняшний момент достаточно стабильная. То есть есть небольшое увеличение прибывающих у нас мигрантов трудовых, но за счет строительства газового потока. В остальном, по другим категориям граждан, так как граждане Узбекистана, Таджикистана, Армения, у нас примерно на уровне прошлых лет находится количественный показатель от общей доли этих иностранцев. Поэтому мы здесь не видим никаких дальнейших проблем с какими-то межнациональными конфликтами, потому что постоянно у нас работы проводятся со всеми диаспорами. На миграционном учете в Анапе состоят 5960 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из 1045 выявленных в этом году правонарушений, основная часть приходится на нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. 64 иностранных гражданина, находящихся на территории Анапы незаконно, выдворены за пределы нашей страны. По фактам фиктивной постановки на учет расследованы и направлены в суд 14 уголовных дел. Есть и привлечение к уголовности граждан Российской Федерации за постановку на регистрационный учет и также на иностранцев за фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Срок достаточно большой, еще раз повторюсь, до 3 лет, и либо штрафами от 100 тысяч там, до 500 тысяч. По-прежнему важную роль в борьбе с нелегальной миграцией играют общественники. От бдительности квартальных, домкомов, координаторов ТОС, от того, как налажено их взаимодействие с полицией, в том числе зависит общественный порядок, безопасность нахождения на территории, благополучие санитарно-эпидемиологической обстановки и межнациональный мир.